Жалко, конечно, мойку. Любил работать. Был чей-то бизнес. Почему никто ничего не тушит? А там это не только же мойка, там и шкафешка еще на втором этаже. Да, да из-за кафешки загорелось. Почему там мойка огонь? Здесь там никого нет. Я просто забыли вырубить все. Они тушат вообще. Да боится. Да нас не дают. Слушай, пожар же может на стоянку перейти, да? Да сейчас быстро загаснет. Должны быстро загаснуть. А электричество? Электричество, да, я надеюсь, уже обрубили. Да.